там попала на открытый прайд, где шли ее передачи. Меня это очень заинтересовало, очень задело. Было близко, близко по духу, близко по моему ощущению. Поэтому я с удовольствием слушала эти передачи. И когда появилась возможность попытаться с ней ближе сойтись, поступить в этот проект, я пользовалась этим моментом, естественно. Я очень рада, что у меня все это получилось. Яна дала мне такую возможность прочувствовать это, увидеть себя, увидеть других, посмотреть на себя с другой стороны. Это очень ценно. И то, что включилось наблюдение, то, что она дала вот это вот знание, это очень помогает. И, естественно, я стала больше видеть, больше за собой наблюдать. И, знаете, мир как-то немножко меняется. И я довольна вот этим. Я сожалею, что вот я не попала по техническим причинам во вторую. У них уровень сознания настолько высокий, что вот не сразу же, не с первого момента понимаешь. Вот когда понимаешь, когда это раскрывается, ты сам понимаешь больше себя, больше окружающих. И Яна вот дает вот этот вот толчок. У нее, во-первых, видение, которое завораживает. Она видит не только то, что какие мы, как мы меняемся, как мы идем. Она ведет, она видит перспективу построения всего этого. Я довольна тем, что мы сами идем. Когда ты получаешь информацию, ты ее не осмысливаешь. Когда идешь вот этим путем, какой дает Яна, то получается понимание более глубокое. Вот знаете, какие слои? Ты на одном, ты понимаешь столько. У тебя получились более раскрытые возможности увидеть. Ты уже на другом, ты видишь больше, шире. И вот Яна раскрывает это все. Она дает. И знаете, вот уникальность Яны в том, что она раскрывает сердца. Раскрывает нас как личности. Вот это очень ценно. И, конечно, расширился круг в общении. Ты можешь разговаривать, ты чувствуешь, ты знаешь, ты понимаешь, что человек представляет, какой он есть. И вот Яна вот раскрыла вот эти вот методики, раскрыла вот эти вот считывающие моменты. Да, естественно, они помогают. Она как солнце, она светит. И ее энергетика ведет, она... Этот путь, она показывает, как человек может чувствовать, как он может понимать, как он может смотреть, видеть и вести. Это замечательно. Мне нравится Яна. Я раньше была более жесткая, более категоричная. Я увидела то, что можно другим образом влиять на людей, другим образом подойти. Яна очень замечательный человечек, который своим примером, своей энергетикой, своим обаянием, знанием завораживает, согревает. У меня двое детей, большая взрослая внучка, которая 20 лет, и я стараюсь вот теперь больше включаться. Я не говорю, что я как-то вот исправляю их, нет, это получается само. Просто, наверное, я меняюсь, меняются они. Голос у нее сама доброта, сама поддержка. Она очень доходчиво объясняет человека, которому можно доверять, который чувствует, знает, видит, направляет. Это маячок для меня, ориентир. Я человек, который видит и... Но мне бы очень хотелось быть на нее похожей. Обязательно пойти в практику. Обязательно слушать и принимать в этом участие, потому что меняется человек, меняется его мировоззрение, меняется его взаимодействие с окружающим. Яночка, большое тебе спасибо. Ты прекрасный человек, ты замечательный водитель. Я тебе благодарна за то, что ты для меня сделала, за то, что ты многое мне дала. Большое тебе спасибо и очень хочу дальше участвовать. Большое тебе, Яночка, спасибо.